На этой гитаре свистит вот этот звукосниматель. Думаю, что поможет ему пропарафинить его. Как это звучит? Вот наш звукосниматель. Все, парафин полностью жидкий стал. Опускаем звукосниматель. Я специально его здесь болтаю для того, чтобы парафин попал во все его части. И видно, что потихонечку воздух выходит. А его замещает парафин. Ну что, звукосниматель готов. Можно подавать на стол. Сейчас я поставлю воск остывать. Но не буду сразу вынимать, чтобы воск остался внутри и не выливался. Ну, пришло время доставать. Начал подстывать воск. Тоже пленочка сверху появляется. И наша задача его достать максимально горизонтально, чтобы воск не вытек. Ну что, готов. Ничего не менялось здесь на комбике. Включаем бриджевый. Два вместе. Ну, блин. Уже не тот свист. Это нормально, гитара заводится, но не свистит.